соответствии со статьей 58 Конституции Донецкой Народной Республики при вступлении в должность глава Донецкой Народной Республики приносит присягу. Уважаемый Денис Владимирович, прошу вас, принесите присягу. Клянусь при осуществлении полномочий главы Донецкой Народной Республики соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Донецкой Народной Республики, верно служить народу. Денис Владимирович Пушилин вступил в должность главы Донецкой Народной Республики. Народной Республики Денис Владимирович Пушилин. Я прошу вас присаживаться. Дорогие